Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Програма «Київ Лайв» триває. І наразі у нас другий блок, у якому будемо говорити про таке. Революція у системі харчування. У столичних школах посилять контроль за якістю їжі та за дотриманням санітарних норм. Відповідний проект рішення про затвердження порядку про організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва підтриманий постійною комісією Київради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, повідомляють в КМДА. Проект рішення передбачає, що до 1 січня 2020 року і розробку і впровадження нових вимог із якості харчування в школах, департаменту освіти та науки спільно з головним управлінням Держспоживслужби в місті Києві. І має бути погоджений ще трьома комісіями Київради, після чого буде внесений на голосування до сесійної зали. На які зміни варто чекати у системі харчування та які новації вже впроваджують у навчальних закладах, будемо говорити разом із нашими гостями. І до студії запрошуємо Олексія Дорошенка, генерального директора Української асоціації постачальників торговельних мереж. Також у нас у гостях Вітаємо. Софія Багатова, керівник громадської організації «Громадська ініціатива «Право на здоров'я». Панове, доброго дня вам. Вітаємо. Говоримо, як зрозуміли ми сьогодні, про харчування, яке воно було у ваших школах, яке воно є сьогодні, і чи будуть суттєві зміни. З 1 січня 2020 року залишилось менше року чекати до цього. Тим не менше, як зараз з харчуванням, зараз у навчальних закладах, у школах? Ваші думки. Когда вы сказали о том, как мы питались, я вспомнил в первую очередь корзиночки, которые мы покупали по 10 либо по 15 копеек в перерывах между уроками. И действительно, тогда это казалось очень приятно такое. Но, к сожалению, время прошло. Мы понимаем, что на сегодняшний день каждый второй продукт, который мы с вами видим в магазинах либо на рынках, является либо контрафактным, либо фальсифицированным. Естественно, то же самое попадает и детям на обеды или на завтраки в школы. Мы говорим про все продукты? Мы говорим про фактически в среднем про все продукты. В определенных категориях этих продуктов этот процент еще выше. Если мы говорим про более дешевые продукты, там может быть меньше. Но, к сожалению, каждый второй продукт является действительно проблемным. И, естественно, эти продукты доходят до детей не только дома, но и в школе. Естественно, это ухудшает уровень жизни и здоровья у детей. Олексій, как вы можете впевнені бути в том, что те, что вы описали зараз за ціною в 15 копеек у вашому дитинстві, краще було за якістю, аніж те, що купують діти сьогодні за декілька, іноді в десятків гривень? Вопрос в том, что с сентября 2014 года в Украине была разрушена система защиты прав потребителей. Санэпидстанции, фитосанитарии, ветосанитарии. В результате все это привело к тому, что мы на сегодняшний день не имеем системы контроля. Кроме того, за эти годы очень сильно упал уровень нашей жизни. А мы понимаем еще, что в любой стране государственная система защиты – это хорошо, общественная защита – это хорошо, но там, где низкий уровень жизни, ни одна из этих защит не сможет быть на 100%. К сожалению, мы с вами получили как раз все это одновременно, такой микс, поэтому мы с вами, к сожалению, и имеем все эти проблемы, и в ближайшие годы, к сожалению, полноценно решить это не получится, потому что перспективы сейчас не очень радужные. Пані Софія, чи поділяєте ви думки з паном Олексієм? Да, ну, естественно, условия, в которых приходится работать школам, когда при отсутствии санэпидемстанции в привычном для нас виде многих служб, это достаточно сложный процесс и действительно выходящий из-под контроля. Но я думаю, что в любом случае школьные столовые – это не то место, где очень большое количество нарушений, фальсификатов, некачественных продуктов и так далее. Школьные столовые беспокоят родителей как место, где детей кормят невкусно, где дети не хотят кушать. Потому что на самом деле у нас школа, в которой ребенок должен находиться в комфортных, более-менее условиях, для того, чтобы он думал не о том, что у него болит живот, а для того, чтобы он думал об учебе. И вот эту вот проблему, как бы, ее надо решать в
вместе с вопросами гигиены и так далее, и тому подобное, вопросы качественного и вкусного питания. До вас теж запитання. Згадайте свою школу, свого дитинства. Вам було смачно тоді? Да, у нас були прекрасні хлібні котлети. Було нам вкусно, да. Чому було тоді смачно, а зараз ви думаєте ні? Мені здається, якщо б вам запропонували, я можу помилятися, якщо б вам запропонували, повертаючись на якійсь машині часу, ту тарілку з їжею, яку ви мали в свої шкільні роки, і ту, яку мають зараз діти, то ви явно б вибрали ту, яку зараз мають діти. Це я, ну, мені так здається, я просто згадую своє, воно не досить апетитно виглядало. Виглядати може по одному, а насправді смак може бути зовсім інший, пані Софія. Да, но, во-первых, это зависит очень от школы. Сейчас у нас такое время, где нету унифицированного, где нету в каждой школе печенья, звездочка и все, да. Потому что каждая школьная администрация, она решает вопросы питания самостоятельно. У нас, например, мой младший ребенок учится в школе, директор которой гордится тем, что летом ей удалось переманить хороших поваров из соседней школы, купить им на деньги, собранные родителями. Мы купили тестомешалку, купили хорошую печь, и вот у детей есть свежая вкусная выпечка. Хотя есть родители, которые против свежей вкусной выпечки для своих детей. Вы знаете, что сейчас очень много родителей, которые не дают детям сахара, не дают детям муки и так далее и тому подобное. Есть очень много, как бы у людей появилось очень много новых интересных ограничений, в которые они готовы с удовольствием играть. Ну, а кто-то не играть, кто-то действительно выяснил, что от них зависит их здоровье и даже жизнь в каких-то случаях. И поэтому времена таковы, что этим вызовам надо соответствовать. И нужно предлагать питання в соответствии з требуванням времени, здорове питання. Пане Олексію, якщо говорити про такі обмеження, так, скажімо, в одній сім'ї їдять те, в іншій не їдять того і так далі, як тоді у школах бути? Як тоді робити оцей такий проект того, що дитина має у школі їсти? Тому що не будуть безпосередньо робити порцію для тієї дитини, для іншої дитини. Є загальне, готують, а вже обирає, їсти чи не їсти. Як бути тоді, як стосовно програм, які вони мають бути, що, як туди балансувати, що додавати? Перед тим, як ви дасте відповідь, я хочу нагадати, що окрім наших з Людою запитань, ми можемо і хочемо чути ще запитання наших глядачів. Телефон ви бачите на екрані. Приєднуйтесь до нас, а ви відповідайте. Ми здесь почали говорити про качество і вкус продуктов, но мы с вами не говорим о безопасности. А мы с вами уже, поскольку являемся частью Европы, или нам кажется, что мы являемся частью Европы, мы уже несколько лет назад перешли на европейские стандарты, а вот по ним как раз нет качества, а есть безопасность продуктов питания. Некоторые мои коллеги, депутаты, провели выборочные отборы продуктов питания, которые поступают в школу, и, соответственно, выявили о том, что большинство молочных продуктов питания не содержит молока или содержит значительно меньше процент молока, чем он должен быть. Это вы говорите про те, которые дают в школах Киева на сегодня. Абсолютно правильно, те молочные продукты. Я говорю не про город Киев, а поскольку в городе Киеве мне неизвестны эксперименты, чтобы отбирали образцы и отправляли в государственные лаборатории, я говорю про Украину. Так вот, большинство этих образцов показали о том, что там иногда бывает вообще в сливочном масле отсутствие молока. А в государственных лабораториях те же самые говорят, что иногда там есть следы технических жиров, даже не растительных, когда мы с вами говорим, ну, это там пальмовое масло. Иногда это просто технические жиры непонятного происхождения. Жиры? А вот попробуйте выяснить, что это такое, если фактически вы не можете исследовать. Но и зрештою, ровно потому, мабуть, что одно исследование тогда может побачити. Стоить и 100 тысяч гривен. Кто ж, извините, из своего собственного кармана выложит деньги на проведение полноценного исследования одного образца? Поэтому, естественно, что в результате получили эти люди, которые проводили эти отборы? Судебные иски в сотни тысяч гривен на то, что они не имели права этого делать, не имели права отбирать образцов. Поэтому, к сожалению, проблема есть большая. И когда мы с вами говорим о качестве питания, хотелось бы прежде всего понять, что у нас есть проблемы с безопасностью детского питания, так же, как и с безопасностью питания любого из нас. Поэтому, естественно, если мы говорим о свежих булочках, это, конечно, хорошо. И, наверное, нужно ограничить детей в свежей выпечке, либо в сладостях. Но когда мы говорим о том, что им получают базовые продукты питания с содержанием других веществ, чем мы на самом деле хотим, это начиная от молочных продуктов, заканчивая маслом, вернее, заканчивая мясом, вот тут возникает проблема, а чем же тогда действительно кормить детей?
Панове, ми зараз продовжимо нашу розмову. Маємо зараз інформацію про те, що в ці хвилини у Києві відбувається акція захисників тварин, живодерам тюрми. Наша колега Ірина Лавренюк зараз знаходиться на місці події і вже готова з нами поділитися інформацією. Що ж вимагають мітингувальники? Ірино, розповідай. Колеги, вітаю. Доброго дня, студія. Що ж, наразі ми перебуваємо під стінами Дніпровського районного суду, де проходить акція, мітингувальники протестують на захист тварин. Що ж, ситуація така. Ми очікуємо вже чергове судове засідання по справі одного з докхантерів, який у серпні минулого року побив собаку гвіздодером. Вона тільки ось прийшла вже до тями, скажімо так, і може спокійно жити. І наразі мітингувальники ціль яка? Вони хочуть привернути, по-перше, увагу громадськості до цієї справи, і, по-друге, очікують на справедливе рішення суду. Адже минулі два засідання кожного разу переносили, адже адвокат саме обвинуваченого, підозрюваного не з'являвся на судові засідання. Що ж, сьогодні очікуємо на справедливе та нарешті на вже чергове рішення суду. Що ж, колеги, вам слово. Дякуємо, Ірино. Ірина Лавренюк була з нами на прямому зв'язку. Більше деталей вже чекайте в наших випусках. СТН буде сюжет, і більше Ірина вам розповість вже тоді. Пані Софія, от тут до наших колег я звернусь, до того, що ми побачили. Це дуже добре, що активність, громадська активність зараз все вище і вище стає у різних питаннях. І сьогодні саме в нашому питанні, виходячи з того, як відбуваються акції такі стосовно не дуже поганих речей, я хочуть про хороші речі. Громадська ініціатива, вона важлива в вирішенні таких питань, як ми сьогодні обговорюємо? Безусловно, потому что сейчас управление, в принципе, такой прогрессивный европейский опыт управления школами, так легальное управление школами и учителями, и родителями. Родители играют очень важную роль. Родители должны понимать, что школа – это место, которым они тоже придают какое-то направление. И во многих школах родители это понимают, и я знаю ряд случаев, когда вот как раз в столовых возникали какие-то проблемы, после чего оживлялась жизнь родительских комитетов в школе. Вот, и в корне менялся вообще подход, потому что родители могут это все сделать. И, естественно, вот на таком вот уровне это не дети, которые непосредственно там находятся, да, потому что у детей все-таки немножечко другие в школе цели. Но родители могут и должны на это влиять, а законодатель со своей стороны должен создавать комфортное поле для того, чтобы вот эти системы сдержек и противовесов могла влиять на качество, количество, чтобы это было вкусно, чтобы там не было там чипсов, конфет и прочие вещи. Роль законодателя в том, чтобы урегулировать правовое поле. Пані Софія, стосовно таких ініціатив, вже зрештою на початку теж сказали про те, що думки батьків не знаходять такого компромісу, так би мовити, тому що один хоче одне, інше. Як буде в такій ситуації? Тому що, скажімо, діти, вони всі ж однакові в школі, і там той не їсть м'ясо, той їсть тільки рибу, а ж меню воно однакове для всіх, що тоді робити? І як це врегульовувати вже? Це батьки між собою мають це питання врегулювати, чи як? Ну, тут зависит много і от родителей, і от адміністрації, тому що и зависит от учителя, от личности учителя. У меня четверо детей, и у меня есть очень разный опыт решения такого рода вопросов. Все ваши дети в школе зараз научились? Ну, уже двое выпустились. Двое учатся в школе. То есть, начиная от тотального родительского контроля, который осуществлялся следующим образом, мы просто в первых трех классах родители по очереди дежурили и готовили еду на такой импровизированный завтрак для всего класса. То есть мы, у школьной столовой? Да. Но это была небольшая школа. Вот, это была приватная небольшая школа? Да, это была небольшая такая частная школа. И мы по очереди просто этим занимались и справлялись. В принципе, можно себе позволить законным, раз... Но в частной школе это нормально, потому что просто дети, мы исходили из того, что это удобнее, чем дети, которые приносят разное, дети, которые начинают там, как-то делиться неконтролируемо. Лучше, когда дети все едят что-то одно и здоровое.
В одном из киевских лицеев у нас учительница, ну, мы говорим о младших классах, где родители могут влиять на то, что кушают дети, да, подростки как бы едят то, что они считают нужным. Жизнь подростка очень сложна, и поэтому чипсы скрашивают его жизнь. И вот в одном из киевских лицеев у нас учительница, она спрашивала у родителей, что заказывать детям. И учительница собирала на неделю вперед деньги. И я понимаю, что это очень большой труд. Это был учитель английского языка и литературы, который был параллельно классным руководителем, но, в общем, ей было не лень этим заниматься. В других школах таким учителя не занимаются. И тут есть вот, как бы продавец в столовой, буфетчица, ребенок, и учитель самоустраняется от этого вопроса. И в этом случае родители, ну, они могут решать свои вопросы непосредственно с человеком, который отпускает продукты питания их ребенку, больше ему обратиться не к кому, потому что на самом деле это действительно добрая воля учителя. Ну, ви зараз говорите про приватні школи, про можливість, от таку, як ви кажете, що встав, пішов там, ну, і допоміг. Так розумію, що в звичайних школах ви точно не потрапите на територію там, де готують, тому що потрібні відповідні документи і все інше. Чи я помиляюсь? Ну, давайте я начну з того, що я, наприклад, не так давно бачив, коли на назначення на должность директора проходив повноцінний конкурс. Не тільки конкурс, де рішення приймали чиновники. В конкурсі дуже активно участвувала вся родительська спільнота. Повірте, що це були місячні дебати, вплоть до публічних дебатів всіх кандидатів на цю должность. Фейсбук весь гремел. В результате назначили человека, который очень чутко теперь реагирует на все негативные либо позитивные вещи, которые говорятся. При этом всем в этой школе, а она находится в Броварах, есть еще и наблюдательный совет родительский. Каждый день кто-то из представителей этого наблюдательного совета от родителей приходит на кухню, чтобы в том числе убедиться, в какого качества продукты перевезли, в каком они виде, как они хранятся. И в результате они пробуют, что будут давать детям. И понятно, что школа огромная. Если мы посмотрим одно питание на ребенка в день, то нередко человек может приехать, например, раз в 3 месяца для того, чтобы проверить, чем будет кормить его ребенка и всех остальных детей в этой школе. Поэтому времени вроде бы немного уделяется, а результат получается то, что действительно в этой школе все очень прозрачно, и не дай бог вы потратите 1 гривню туда, либо вы, не дай бог, будете хранить где-то в дальнем углу холодильника что-то разморозившееся. Кроме того, хотел бы сказать еще один момент. Когда мы с вами говорим о роли общественности, то ученые провели эксперимент и увидели, что вот как раз в 30 богатейших странах мира, если мы с вами отсюда отбросим Катар и Объединенные Арабские Эмираты, как страны, которые зарабатывают на нефти, как раз большое количество организаций общественных на каждого человека, проживающего в этой стране, наибольшее в мире. То есть это говорит о том, что чем больше мы создаем таких организаций, чем больше у нас общественных инициатив, тем больше с годами мы с вами видим выше уровень жизни и выше уровень демократии. Поэтому они очень взаимосвязаны между собой. Поэтому вот влияние и каждый час, потраченный нами на это, приводит к тому, что когда-нибудь мы с вами действительно будем жить так, как живут богатейшие страны мира. Но для этого нужно действительно работать в том числе в общественном секторе. Мы повертаемся до реалий. І не мріємо поки що, колись там буде. Ми зараз от говоримо про те, що є у сучасних школах. Скажіть мені, чи знаєте ви, панове, скільки отримують працівники кухні у державних, ну, правильніше сказати, комунальних школах Києва? То, що я знаю, це заробітна плата близька к мінімальній. То важко 4, втриматись 300, там 4, у школі і не перейти в якусь приватну столову, або приватну їдальню, або якесь кафе, наприклад. Как вы уважаете? Если есть куда переходить, то, конечно же, люди переходят. Поэтому мы с вами видим, что как раз в школах удержать сотрудников крайне тяжело. Поэтому переманивают поваров из одной школы в другую. Наверняка не только заработная плата, но какими-то еще другими конфетами, большими конфетами. Потому что действительно заработную плату иногда ты не можешь предложить больше, потому что она положена по штату. И, соответственно, извините, никто не будет платить из городского бюджета или из местного бюджета больше, чем это положено. А отношения, какие-то еще привилегии, которые могут быть добавлены, и влияют на то, что одна школа действительно показательно образцова, а в другую, извините, ребенка отдавать не хочется. Я б хотіла зосередитися на якості саме товарів. Ви вже сказали про те, що батьки приїжджають, перевіряють або дивляться, як готують. Так, тим не менше, це проблему, як на мене, не вирішує, тому що
не може, ну тобто, не може, по-перше, завжди бути батьки так на деяких етапах. І ви вже самі сказали про те, що де ну лабораторії дуже дорого коштують, що не можна взагалі навіть експертизу взяти. То звідкіля має бути 100% впевненість батьків в тому, що це можна дитині, а цього не можна, пане Олексію. Те, що не можна, може воно просто бути небезпечним. Дитина на смак цього явно не буде знати. Так, не буде знати. 100% гарантии вы никогда не получите. Точно так же, как если вы придете в элитный магазин где-нибудь в Германии либо в Франции, у вас не будет 100% вероятность того, что вы купите товар качественный и безопасный. Это показывают последние годы на потребительском рынке. В Украине ситуация гораздо хуже. Поэтому, естественно, чем больше мы следим, тем больше вероятность того, что не попадет это на стол ребенку. Вопрос в том, что либо оно попадает с большой долей вероятности, попадает черт знает что, либо своим собственным временем и влиянием вы можете это уменьшить. И тогда, естественно, мы понимаем, что если вы понимаете, даже посмотрев интернет, что у одного и того же производителя постоянно бракуется продукция в других школах, либо в организации исследовательские пишут про то, что у этого производителя все время есть отклонение от безопасности продуктов. То, естественно, не надо в тендер допускать эту компанию и проверить ее, пожалуйста, прямо при входе. Потом хватает иногда провести одно исследование в месяц по какой-то группе продукции. Это, понимаю, что очень мало, но оно стоит не так уж дорого. Например, самое минимальное обойдется в 1500 гривен. Чтобы вы понимали, действительно, на сегодняшний день эта продукция поступает вам в соответствии с теми документами, с теми сертификатами, которые есть, или нет. То есть даже интернет зачастую вам поможет понять при заключении договоров на тендере, нормальный этот производитель, поставщик, либо нет. Потому что зачастую это нередко бывают компании, которые просто скупают продукцию черт знает где по дешевке, для того, чтобы потом впихнуться в те, извините, несколько гривен, которые... От про ці гривні я хочу запитати. Ми ж розуміємо, що це бюджетні кошти, а бюджетних коштів завжди мало, і завжди потрібно виходити на мінімальну ціну, і відповідно, ми зараз говоримо не про продукти готові, а, наприклад, про овочі. І для того, щоб дати, а ці ціни, я так розумію, бюджетні, вони встановлюються ще на початку року, а динаміка ринку така, що вони можуть змінюватися. Та сама морква на початку року коштувала 5, а на кінець року коштує 15, а вона забита в бюджеті 5. Її шукають десь таку, яка ну хоча б виглядає як морква. От що ви з цього приводу думаєте? Що грошей та обмежена кількість? Діло в тому, що місцеві органи влади, депутатський корпус періодично пересматривает бюджет. Поэтому, естественно, если мы понимаем, что здесь уже не хватает, то всегда можно добавить. Например, каждый квартал, по крайней мере, в нашей стране пересматривается бюджет не только государственный, это мы видим, но точно так же и местные бюджеты. Потому что мы понимаем, что то, что принято на начало года, может уже не соответствовать на конец года. Это происходит в строительстве дорог, печально известных. И то же самое происходит в детском питании, поэтому это зависит от того, насколько вы можете достучаться до своих депутатов. Дякую. Давайте почуємо думку наших глядачів. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Вітаємо вас. Висловлюйте свою думку. Здравствуйте, студія. Я хочу обратиться к вашему гостю, мужчине. Он такой более осознанный и более правильно рассуждает. Я хотела задать ему вопрос. Скажите, пожалуйста, в школы продукты поставляют какие-то определенные организации или то берут, что идет в магазины? Если то, что в магазины, как можно эти товары гарантировать, что они хорошие? Если все в магазинах товаров почти плохие, сосиски есть нельзя, колбасу нельзя. Несколько сортов, которые можно еще пока кушать колбас. Это раз. Молоко, сами говорите, в молоке нет молока, в масле нет тоже молочных продуктов. Жиры бог знает какие. Так как можно говорить о том, что детей можно накормить хорошо, если все продукты плохие, и даже вода, которую мы пьем. Что, фильтры там стоят, как детей поют водой в школах. Вот эти все вопросы надо поднять. Дякуємо нашій глядачці. Дивіться, генеральний директор Української асоціації постачальників торгівельних мереж. Це ви. І я хочу тепер від вас почути весь той ланцюг за правилами, за нормами і фактично. Звідки? Давайте ми в іншу сторону, зворотню сторону, від готової ось такої тарілочки смачного такого борщу, там пюре з котлеткою, наприклад. Як все це потрапляє
зворотному сейчас я это сделаю, формате. Но скажу как раз нашей слушательнице про то, что нередко мы с вами видим, что в этих тендерах участвуют компании, которые обслуживают сразу какое-то количество школ. Это не компании-производители. При этом всем, если мы посмотрим, под чем они потом покупают у этих же компаний-производителей, разница будет очень существенная. Поэтому, меньше, чем больше в сторону? Ну, конечно же, норма прибыли у компаний, которые будут поставлять, она всегда очень высокая. Поэтому, если мы с вами уберем только здесь и, соответственно, найдем компании, которые будут действительно по оптимальной цене поставлять, мы уже понимаем, что это будет более качественные продукты. Тобто це посередники поставляют в школу, привозят посередники. Всегда. Вопрос в том, что посредники бывают разные. Бывают посредники, которые в том числе имеют свою собственную производственную базу, а чаще всего это посредники, которые, извините, создаются под эти тендеры, и только они, никто другой, не имеет права входить на этот тендер, вернее, побеждать. Входить может кто угодно, а победит исключительно только одна компания. Какие алгоритмы, за какие документы? А вот если мы с вами посмотрим, то здесь мы с вами перешли к европейской системе. Нам же очень хотелось и всего европейского. И мы пришли с вами к тому, что на сегодняшний день за качество, за безопасность продуктов питания отвечают все. А если будет по факту, то никто. Потому что в первую очередь отвечает производитель за то, что он произвел. Если раньше только производитель нес ответственность за то, что мы с вами покупаем, на сегодняшний день любой продукт, то, что поставляется в школу, либо мы везем с вами на полку, отвечают все. Компания-производитель, компания, которая поставляет, либо продает у себя в магазин, и компания, которая перевозит, еще посредник, который в этом участвует, потому что на каждой стадии могло происходить нарушение безопасности. Даже тот же самый температурный режим. Извините, но с одного склада машина шла на другой склад, холодильник отключили, и мы сломался, с вами имеем... Чаще всего это просто водитель экономит бензин и, соответственно, отключает его. В результате мы понимаем, что мясо или молоко, особенно в период летний либо весенний, температура повышается, куча бактерий, привозится уже черт знает что. Поэтому, естественно, мы с вами перешли к системе, где каждый должен контролировать, но по факту как раз основную роль, первую скрипку должно играть государство. Потому что во всех странах Европы государство буквально... каждую продукцию проверяет. Например, почему вот основная проблема, почему Украина не поставляет во весь мир, во все развитые страны продукты питания. Мы же с вами сырьевая страна, и кажется, мы столько всего производим, а продукты не поставляем. Да, ответ очень простой, который и отвечает на вопрос, почему мы имеем проблему у себя. Потому что когда вы поставляете готовый продукт питания, вы должны отвечать за качество этого продукта питания. Поэтому если вас там проверят, и не дай бог, что-то окажется не так, вас снимают с полок по всем этим странам, накладывают штраф в разы превышающий сумму поставленной продукции, и вы никогда не выйдете на эти рынки. И поэтому, естественно, никто этим баловаться не будет. Поэтому мы лучше продадим сырье, а в Украине еще из этого сырья сделаем продукты питания, которые поставим на наши же полки, и мы не отвечаем ни за что. Государство уже 5 лет не проводит проверки. Общественная организация, которая это делает, ну, например, мы тоже проводили, мы отбираем образцы. Что мы в результате получаем? Судебные иски о том, что вы не имеете права отбирать образцы без согласия производителя. И в результате все понимают, что порочный круг разорвать нельзя, потому что первую скрипку играет государство. А государство самоустранилось и этого не делает. Так, ми ще нагадаємо інформацію про те, що зараз стрім з акції захисників тварин живодерам тюрми ви можете бачити на своєму екрані. Більше деталі будемо вже чекати від наших колег. Ірина Лавренюк зараз на місці події, будемо чекати подробиць. Що ж, повертаємось до нашої теми. Пані Софія, скажіть, будь ласка, ось стосовно того, чи можна вплинути на якість, взагалі це можна зробити, бодай якось, чи ні? Як зараз у нас на державному рівні, чи все... повлиять на качество продуктов? Это такой очень сложный вопрос. Почему? Потому что, как здесь уже говорили, продукция, которая закупается за государственные деньги, у нее самое главное преимущество, которое должно быть, это дешевизна. Сейчас, так как мы учимся бороться с коррупцией, мы учимся бороться с откатами и со всякими нежелательными финансовыми моментами вокруг государственных закупок. У нас есть такой сильный перегиб, что в тех моментах, в которых важнее было бы, наверное, все-таки не дешевизна, а какие-то другие свойства закупаемого за государственные деньги продукта, вот, у нас сейчас превалирует дешевизна. И с этим бороться очень сложно. Но действительно, учитывая то, что на рынке есть какие-то некие поставщики этих продуктов, если приложить к этому усилия, если преследовать цель закупить действительно качественные продукты, то среди
всех предложений на рынке можно выбрать качественный продукт. И можно провести предварительные анализы, можно контролировать. И даже если просто родители будут приходить на кухню и органолептически контролировать эти продукты, да, они смогут увидеть достаточно много всего. Потому что на самом деле есть очень... несложные способы. Например, мы знаем все прекрасно, что магазинное молоко, оно очень по-разному скисает. Какое-то молоко превращается просто в какую-то горькую жижу непонятную, а из какого-то молока получается реальная простокваша. И поэтому родители, избегая анализов за 1500 гривен, 100 000 гривен, в принципе, могут использовать такие какие-то простые хозяйственные хитрости для того, чтобы контролировать продукты, которые попадают. Хочу запитати вас про філософію, тому що розумієте, що їжа, ну, іноді це досить серйозна філософія, ресторани будуються для того, щоб люди могли не просто поїсти смачно, вони це повинні зробити ще й красиво, подають красиво. І так виходить, що сучасні діти, на відміну, наприклад, від нас, що ми приходили там в місця загального харчування чи вдома, і ми дуже схожі за виглядом мали продукти, які нам давали у їдальні. Зараз інша справа. Зараз діти можуть сказати, що я не розумію, як це на одній тарілці лежить і картопля, і котлета, наприклад. Тобто вони звикли куштувати їжу зовсім іншого вигляду. Так це чи ні? І чи є така проблема, як з нею боротися? Да, действительно, дети стали питаться совершенно по-другому. У меня у старшего сына в классе дети не пили томатный сок. И сейчас очень мало детей, которые пьют томатный сок. И я помню, как у нас в столовой стоял этот замечательный стакан с грязной водичкой, с ложкой, который каждый размешивал в своем стакане соль. И, в общем, всем было весело, интересно, 10 копеек. А дети, и когда я спросила своего старшего ребенка там, в классе втором-третьем, почему вы не пьете томатный сок? Он сказал, ты что, он же похож на кровь. Вот. То есть дети рассматривают еду. Да? То есть если у нас была цель покушать, то у них есть цель рассмотреть еду и решить, нужно это им или не нужно это им. Поэтому это, конечно, надо учитывать. И это такой очень-очень комплексный вопрос, потому что на самом деле я, например, переживаю из-за того, что дети вынуждены много-много часов подряд сидеть в душной школе, когда мы все прекрасно знаем, что это не полезно. И я бы, например, ратовала за то, чтобы максимальное количество уроков, которые возможно проводить на улице, проводились бы с детьми на улице. Потому что если учитель что-то рассказывает, то он точно так же может рассказать детям это на улице, еще что-то показать, и дети насытятся кислородом, дети будут лучше соображать, и когда они придут в столовую, то в них уже будет цель кушать, а не рассматривать еду. Да. От ви сказали про томатний сік, а я вам скажу, що хтось звик до піци, хтось звик до гамбургерів, хтось звик до якоїсь зовсім, може, елітної їжі. Як тут бути, коли їм може це просто на вигляд не подобатись? Ну, тут же учитель у нас не заставляет кушать. И если родители хотят, чтобы их дети ели то, что дают в школьной столовой, если у них стоит такая цель, вот, они могут дома постепенно приучать их к еде подобной еде в школьной столовой. Если перед ними не стоит такой цели, то, в принципе, как бы надо по этому поводу просто расслабиться и... Не їдять і не їдять. Стосовно того, пане Олексію, хто складає меню? Хто це має бути? Це мають батьки, вчителі, дирекція школи, поварі. Хто це робить? Якщо ми з вами говоримо о правильному питанні, то для цього существують норми, які розробляє МОЗ. Звісно, в цих нормах є все, починаючи від ценности питания до фактически грамм, которые вы должны положить. С другой стороны, мы понимаем, что если мы посмотрим нормы питания взрослого человека в нашей стране, пенсионера в нашей стране, то они не соответствуют. Это при том, что у нас нормы самые низкие по сравнению со всеми нашими соседями. Не только с Запада, но и нормы с Востока. Нормы вы имеете на увазе, сколько в день должно быть? Абсолютно правильно. Сколько мы должны съесть жиров, причем жиров и белков разного происхождения, потому что они по-разному воспринимаются организмом и приводят к разному результату. Например, если мы с вами говорим о питании, то тут как раз стоит привести пример Соединенных Штатов, где американцы тратят 6% на продукты питания. В Украине для сравнения 45%
6% от всего их совокупного дохода. Угу. Мы тратим 45%. При этом всем американцы 6% делят ровно пополам. 3% на питание дома и 3% на питание вне дома. То есть рестораны, закусочные, пиццы. При этом всем, посмотрите, еда там стоит очень по-разному. Там можно найти еду за $1, а можно зайти за $5. В чем отличается? В безопасности и как раз в качестве продуктов. Поэтому мы как раз, когда говорим о нормах, мы должны понимать, что это должно быть здоровое питание, которое действительно недешево стоит. И, к сожалению, здесь мы исходим не из того, что должно быть, а из того, сколько мы можем за это заплатить. И это проблема всей нашей страны. В нормах вказаны конкретно продукты, чи кількість жирів, білків, углеводів? Прежде всего, это ценность продуктов питания. Не то, что люди должны съесть, не то, что ребенок должен съесть, а норма фактически, сколько он должен съесть углеводов, сколько он должен съесть белков каждого происхождения. Обмеження є, за якими звичайні середньостатистичні київські школи або школи України купують. Тобто я іноді чую, що кажуть у їдальні шкільній, що ми могли б краще зробити, але за нормативами ми повинні купувати ось ті самі там огірки, такі майже кормові, отакого розміру, там чи щось інше. Тобто ми не можемо придбати, наприклад, банани в шкільну столову офіційно. Так це чи ні? А когда мы с вами говорим об ограничениях, мне сразу вспомнился пост министра здравоохранения, который написал, что нужно себя еще ограничить в потреблении красной икры, потому что все-таки превышать определенные нормы нельзя. Угу. То есть мы понимаем, что превышать нормы нельзя везде, в том числе и в правильном питании. Когда мы с вами говорим о том, что может покупать школа, естественно, есть четкие ограничения, что она не может покупать. И, к сожалению, даже когда мы с вами посмотрим о сбалансированном питании, в большинстве своем эти люди ограничены в том, что они могут покупать, даже если они хотят купить что-то другое, отличающееся от традиции. Все нормы же затверджены, мне кажется, естественно, тем же самым МОЗ, потому что у нас все фактически входит в подчинение, все, что касается правильного питания и вообще питания, относится к Министерству здравоохранения, поэтому, естественно, все устанавливается там. И здесь мы исходим из того, что наши нормы действительно периодически пересматриваются, они очень действительно устаревшие. И тот случай, когда мы сравниваем постоянно эти нормы питания с нормами в других странах и понимаем, что мы очень далеко отстали даже от такой страны, как Беларусь, потому что там и нормы больше, и они все-таки более разнообразны, чем у нас. Пані Софія, якщо говорити про нове шкільне харчування, про цю збірку, яку опублікували, так, чи ви погоджуєтесь? Можливо, ви дізнавалися, що там міститься, тому що спеціально працювали і кулінари, і люди, які відповідають за правильне харчування? Ваша точка зору. Я, ну, в целом я согласна абсолютно со всем. Единственное, что вот мы все время говорим про качественное, дорогое питание, более разнообразное, более лучшее питание. На самом деле нет ни одного исследования, которое бы подтверждало, что более изысканное питание, да, оно способствует чему-то, кроме хорошего настроения. А есть, наоборот, масса исследований о том, что пища должна быть простой. Пища должна быть простой, незамысловатой, сезонной, выращенной недалеко от места, где ее принимают вовнутрь. Вот. Поэтому, в принципе, мне кажется, что как-то очень пытаться разнообразить, все равно каких-то изысков мы не наготовим в школьной столовой, с одной стороны. С другой стороны, у нас нет каких-то привычных продуктов, которые привычны для уже более высокой кухни. Например, у нас любой ребенок понимает, что такое салат из вареного бурячка, и это совершенно классная штука, которую можно и нужно употреблять. И у нас розуміє, дети... але він для себе може розуміти, що, наприклад, Big Mac набагато смачніше, ніж да. салат. Ну, как-то дети за компанию бурячок едят. Вот, ваші діти чи всі? Ну, я думаю, что многие. Ну, мои дети точно. Вот. Там квашеная капуста, буряк, какие-то вот такие вот вещи, локал, которые мы понимаем, и которые мы привычны, которые мы едим у бабушки. Да? А есть, безусловно, дико полезные вещи, такие как брокколи или цукини, которые не готовят бабушки. И к которым, в общем, не стоит-то и стремиться. Точно так же, как не стоит стремиться к бананам на школьной кухне, потому что, в общем-то, ну, не очень понятно зачем, что есть такого полезного. Ну, как бы банан питательный, он вкусный, он может поднять настроение, конечно, но в нем есть большое количество калия, которое мы можем получить из печеного картофеля. Стосовно збірки нове шкільне харчування,
хочу глядачам прочитати таку інформацію, що у страві в першу чергу важлива користь, а відтак і якість продуктів та дотримання санітарних умов у приготуванні. Страва має бути якісною як на смак, так і на запах і зовнішній вигляд. 73% дітей бажають збільшити якість фруктів, кількість фруктів у своєму раціоні в їдальні. 61% дітей готові відмовитися від булочок та снейків, якщо їжа буде смачною та сучасною. Ось таку статистику маємо. Це саме наголосив Євген Клопотенко, автор цієї збірки, цих винаходів, будемо їх так називати. Я буду, маю велику кількість... надію, що то не пан Євген сам це вигадав, що це він запитав у дітей, які повинні... Діти знають, без сумніву, я думаю, що це було опитування проведено. Доволі така велика кількість, 73% дітей, які хочуть, що саме були фрукти в раціоні в їхній їдальні. Це можна зробити на такому державному рівні, щоб, скажімо, там, чи яблуко, чи той самий банан був? І чи будуть їсти? Когда мы с вами говорим о фруктах, естественно, это хорошо. С другой стороны, мы понимаем, что тот же самый банан является в нашей стране уже фактически прямым конкурентом яблоку. Потому что как раз, когда вырастают цены на яблоки, сразу же вырастает очень сильно потребление бананов. Если мы с вами посмотрим о том, к чему мы с вами идем, то, например, мы уже настаиваем на том, что в Украине мониторились цены на те же самые фрукты, потому что, когда мы с вами говорим о продуктах, которые мы видим с вами в детских столовых, это фактически те же самые продукты, которые мы с вами нередко можем назвать социальными. Так вот, это 31 продукт, туда входит каша, туда входит весь борщевой набор. То есть для бедных. Ну, это считается, что, в принципе, он для бедных, но я должен сказать, что по молоку мы, например, цены имеем в среднем в стране в 2 раза выше, чем в Польше, в 2,3 раза выше, чем в Литве. По хлебу ситуация точно такая же. Поэтому, извините, это уже не социальный продукт, это уже нередко продукты для богатых. Социально необходимый, но следующий в том, что из всех фруктов в Украине является только яблоко фактически единственным продуктом, который действительно мы с вами имеем как социальный продукт, и который действительно мониторится цена, мониторится объемы, которые завозятся и так далее. Поэтому фактически наше государство сейчас не готово к тому, чтобы перейти и включить полноценно в рацион все цитрусовые, которые есть, а их потребление все больше и больше растет. Естественно, сюда мы можем отнести все виды цитрусов, мы можем сюда отнести еще экзотические фрукты, но на самом деле доля потребления маленькая. А вот как раз апельсины, бананы, лимоны и мандарины – это то, что мы с вами потребляем практически каждый день. И, естественно, это нужно постепенно вводить в рацион. Пані Софія, до вас у нас була тема стосовно низької демографічної ситуації. Ви сказали, що у вас 4 дитини у родині. Ви знаєтесь точно на тому, як виховувати і, звісно, як годувати дітей. Середньостатистичний список харчування ваших дітей, де, як і чому саме такі продукти, як вони їх вживають в їжу? Мої діти їдять каші, мої діти їдять далеко не все м'ясо. Опять же, вот то, о чому ми говорили, що зараз діти дуже багато вибирають. Ваші обирають, чи ви обираєте? Вони вибирають, тому що, ну, питка супом, це, в общем, якась така історія вже з поздніх 70-х. Їда не повинна, прийом пищі не повинен доставляти дискомфорт, прийом пищі не повинен бути наказанням, прийом пищі не повинен бути пропуском к ігрі. Гамбургери коло дозволяєте? Гамбургери коло я їм дозволяю, але це не система питання, да? Ну, тобто це якийсь праздник. Тобто повинні бути продукти праздника і продукти повсякденності. Продукти повсякденності – овочі, каші. Мясо, кисломолочные продукты, продукты праздника, пирожные, конфеты, гамбургеры. Вот. Мои дети, есть, наверное, дети, которые живут в одной квартире с конфетами, печеньями спокойно. Мои дети не живут в одной квартире, они уничтожают все конфеты, печенья, поэтому... Ну, это известно. Те, что в школе дают, все съедают. Скажи, так или нет? Что в школе дают, все съедают? Они едят, не едят, когда невкусно. Панове, підсумовуючи нашу розмову, скажіть, будь ласка, чому варто змінювати систему харчування і чи потрібно його змінювати? Пане Олексію, розпочнемо з вас. Звісно ж, потрібно міняти систему питання і дітей, і взрослих одновременно, тому що ми з вами бачимо, що неправильне питання потім нам все одно вилазить боком через расходы на здравоохранение и на лечение. И, естественно, тот случай, когда мы понимаем, что один и тот же продукт в магазине может стоить по-разному, в разы
отличие, ровно потому, что один продукт является здоровым и безопасным, а другой от другого, извините, несет. Поэтому в данном случае мы должны эти менять как нормы, но нормы-то мы можем изменить сколько угодно. Сможем ли мы эти нормы выполнять, как у нас, например, по Конституции, нам положено с вами все. Но мы-то с вами это всего не имеем. Поэтому в тот случай, когда мы должны повышать уровень жизни, постепенно с изменением нормы для того, чтобы действительно дети уже получали не только в рационе нормы, но и реальные продукты, которые они смогут кушать. Пані Софія, ваша точка зору, підсумовуємо те, про що сьогодні говорили. 30 секунд. Да. Моя точка зрения, нужно увеличивать бюджетирование в школьных столовых, нужно увеличивать финансирование поваров для того, чтобы мы могли... И вплине на якість. Да, 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 чтобы это влияло чтобы на качество. Чтобы были профессионалы, які готують те, що діти любят. Которые гордятся своей профессией, которые ценят и берегут свое рабочее место, да. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Сподіваюся, що не тільки цікава і корисна наша з вами розмова була для наших глядачів. Нагадаю, у нас були Олексій Дорошенко, генеральний директор Української асоціації постачальників торгівельних мереж. А також Софія Богатова, керівник громадської організації «Громадська ініціатива «Право на здоров'я». Зараз коротенька реклама і вже за лічені хвилини ми повертаємося, аби поговорити про таке. Чи реально розшукати загублене у місті-мільйоннику? Топ речі, які найчастіше гублять люди. Як повернути втрачення? Про це будемо говорити вже за лічені хвилини. Залишайтеся з нами. Не губіться, будьте з нами.